не играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее котики вперед! Мяу! Котики вперед! Фокус-покус. А что сегодня поиграем, Катя? Не знаю. Давай заглянем в коробку. Смотри, цилиндры! И плащи! Мы станем фокусниками! Да, выступим в театре магии «Фокус-покус». Мяу-мяу, котики вперед! Котя и Катя поспешили на представление в знаменитый театр магии. Ух ты, какие артисты, Катя! О, настоящие звезды! А мы лучше сейчас всех как удивим. Закрыто. Эй, открывайте, мы выступать пришли. Привет, кто такие? Великие фокусники. Откройте дверь, мы таких фокусов напоказываем. Всего-то и нужна капля волшебства, дверь и откроется. Проще простого, будет ему волшебство. Внимание, сейчас этот пончик исчезнет. Момент. Та-дам! Браво, юноша, но я имел в виду совсем другое волшебство. Это же хороший фокус. А может, мы вместе фокус покажем? Да, точно! О, какой сюрприз! Волшебство сотворись! Кысь, 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 от земли оторвись! Браво, детишки, но я имел в виду другое волшебство. Котя и Катя растерялись. Какое такое волшебство имеет в виду страж? Я понял! Магические искры! Да, это то, что нужно! Сезам, откройся! Смотри-ка, у нас получилось! Эй, а куда это все расходятся? Представление окончено, вы опоздали. Окончено? Так нечестно! Мы надели костюмы фокусников и показали ему наши лучшие фокусы. И все равно он не открыл нам дверь. Не стать нам звездами. Вдруг появился таинственный незнакомец. Почему грустим, котятки? Страшно, с театр магии не пустил. Как это? Мы не знаем. Он хотел какого-то волшебства. Мы и показали наши лучшие фокусы. Даже магические искры. Может, он другого ждал волшебства? Конечно, Котя! Как же мы забыли? Волшебные слова! Какие? Фокус-покус? Нет, глупый. Абракадабра? Нет. Сезам? Крэкс-пэкс? Нет. Я шучу, Катя. Я их знаю. Пожалуйста и спасибо. Самые сильные волшебные слова. Правильно. Спасибо, мам. Эй, как вы догадались? Скорей, Катя, начнем сначала. Да, но в этот раз мы скажем волшебные слова, чтобы дверь открылась. Теперь понятно, летим обратно. Котя и Катя вновь отправились в театр магии. Но в этот раз, когда они подошли к двери... Привет! Кто такие? Великие фокусники! Мы бы хотели войти, чтобы поучаствовать в представлении. Вы не откроете нам дверь? Пожалуйста! Ура! Извините, но мы не можем пройти. Скажи волшебное слово. Спасибо, что открыли нам дверь. Добро пожаловать. И поторопитесь, ваш выход. А сейчас момент, которого вы так ждали. Только бы получилось. Вуаля! Спасибо. Спасибо. Правильные спасибо. Волшебные слова спасибо. Открыли Коте и Кате дверь в мир настоящей магии. Спасибо.